Ну вот приехал с рассветом к Мансурке, аэродром. Сначала обнюхал меня, обхватил ногу. Вот так, видите, лапой не отпускает. И после этого только принялся есть малину. Малину и куча-куча еще различных фруктов, ягод. Ирина Вернер передала. Вчера заехала, полную машину привезла. Игрушек. Ну, игрушки все это будет утром. Или днем уже, наверное. А гостиниц, ну, как я мог. Самое нежное, самое вкусное, вот малину. Тут же Мансуру. Да. Ногу-то мою отпустишь, друг? Сейчас уже полегче ее держит, чуть-чуть буквально придерживает. А так боится, что уйду. Но я сейчас все равно спать пойду, потому что время 3 утра. Ну, видишь, Мансурка, вкусно, да. Вкусная малинка. Ой, вкусно. Ты тоже сейчас спать. Да, да, да. Ой, ну вот теперь можно ногу убрать спокойно. Ну и ты. Сразу надо всего обнюхать. Да, да, да. Ласковый ты, ласковый медведь. Я знаю, что ты ласковый. Нос ты, нос. Нос. Комарьё кусает и тебя, и меня. Там муслякать все надо. Всего-всего-всего. Это его нежность. Соскучился, соскучился ты, мой маленький медвежонок. Вот так всего получается муслякает. В детстве сосал, сейчас уже не сосет, но тихо. Лапы аккуратно. Тяжелый у тебя с когтями, хотя когти это и не острые. Сейчас ты их стачиваешь. Обнюхать запах. Ой. Ой, ой, ой. Что? Не отпускаешь? Не отпускаешь, да? Не отпускаешь совсем. Да с тобой я, с тобой. Никуда от тебя на эти выходных не улечу, не уеду. С тобой.